Губернатор Приморского края обсудил сотрудничество с руководством провинции Хэйлунцзян в сфере логистики, культуры и торговли. Для более дружеских отношений в Приморье ведется работа по пунктам пропуска и трансграничной инфраструктуре. То, что касается погранпереходов и увеличения пропускной способности, мы крайне заинтересованы в этом. Сейчас ведется работа по расширению погранпереходов. И для нас главная задача – создать надежные транспортные пути. Поэтому мы в ближайшее время восстановим Дунин-Полтавка переход, он заработает, я думаю, что уже в ноябре, к декабрю вновь. Ну и, конечно, мы переговорили с компанией Лунзян о необходимости строительства транспортных коридоров. Олег Кожемяка на встрече обсудил запуск дополнительных авиарейсов по направлению Владивосток-Харбин, а также ценовую доступность билетов. С учетом наших перспектив и культурных, и спортивных, и экономических, два рейса в неделю явно недостаточно из Владивостока в Харбин. Надо переговорить с вашими транспортными компаниями авиационными на увеличение количества рейсов. А мы со своей стороны поможем вам по аэропорту, чтобы были более-менее хорошие условия. Отметим, важным направлением в развитии отношений регионов является и спорт. Глава края предложил китайской стороне отправить детскую сборную во Владивосток для участия в первых международных спортивных играх «Дети Приморья». Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.